Друзья, я приветствую вас в своей мастерской. Хочу сегодня вам показать вот такую вот чудесную клеточку. Даже быть, если точным, две клеточки. Хочу также рассказать, пояснить, чтобы вы были в курсе, что вот при заказе клетки для канареек, для попугаев, кормушка и поилочка, вот как здесь, на этой клеточке, видите? Кормушечка, вот она. Вот кормушечка. Все идет в наборе. Вот поилочка, пожалуйста. То есть вам не надо бежать в магазин, выбирать там поилку, какая подойдет, какая не подойдет. Я уже об этом позаботился. Вот, пожалуйста, при заказе клеточки, кормушка, поилка, все, жердочки также, хорошие жердочки, деревянные. Кто-то хочет с корой фруктовых деревьев, кто-то хочет просто деревянные, то есть по вашему желанию. Сделаем любые жердочки, но пластмассовые жердочки не будем делать, это не очень хорошо. В общем, вот это хотел вам сказать. Также на эти клетки вот таким вот образом очень просто устанавливается купалка. Вот она, видите? Купалка устанавливается любая. Есть с завышенным бортом. Сейчас стали встречаться. А так тут все стандартно. Здесь есть турник. Вы его убираете. И клеточка закрывается. На каждую клетку будет свой турник, но можно этот турник использовать как на боковую дверку. Допустим, если вы хотите дверку сбоку сделать, и будете сбоку также, вот, сбоку будет там крепиться купалка. Ну, в данном конструкции купалка крепится на центральную дверь, потому как есть желание будущего владельца этих клеток. В общем, вот такой вот небольшой обзор. Значит, как ухаживать, как чистить. Вы открываете клетку. Легким движением руки достаете кормушку. Кормушка сделана из пластика. Птицы его не грызут. Помет не прилипает. Очень удобно моется, дезинфицируется. То есть деревянную кормушку вы так не обработаете, как пластиковую. Можно помыть горячей водой. Можно с хозяйственным мылом обработать. Кормушка крепится на такие вот специально придуманные балконы. Очень просто крепится. Там есть такие воронки, как лейка. То есть вам не надо там прицеливаться, попаду, не попаду я в отверстие. Вы просто... Сейчас, вот смотрите. Там такие лейки, воронки, раз, и кормушка сама ушла на свое место. Это очень удобно делается. Итак, кормушку вынули, помыли. Это дело можно закрыть. На пол шестого сделали, все, у вас дверка закрыта, никто ее не откроет. Поддон выдвигается, и вы можете смело с этим поддоном идти подальше от клетки. Вот здесь такое расстояние, которое гарантирует вам, что птица не вылетит. То есть не надо сюда укладывать полотенце там, или книжку, тетрадки, а то мало ли канарейка вылетит. Здесь расстояние оптимальное, канарейка не вылетает. Вы отсюда бумагу удаляете, здесь это дело протираете, можно это дело помыть водой. Все это обработано специальным средством, безобидным для птицы. Все это очень... Вот, и все удобно обратно вставили. Помыли, вытерли сухой тряпочкой, чтобы мокрое не вставлять, а просто вытирается все это дело, и все. В общем, вот так. Такой вот обзор сегодня. Клетки можно ставить горизонтально, клетки можно ставить прям вот с купалкой, вертикально. Они очень хорошо подходят друг к другу. Вот, видите, как прям, ну, одинаково. Вот они, вертикально. Допустим, вверху у вас сидит кеннер-учитель, внизу у вас сидит кеннер-ученик. Этот выступает, поет, этот слушает, запоминает. И потом, соответственно, будет так же петь, как его учитель. При хорошем раскладе. Если у вас просто один кеннер, то вы берете, заказываете одну клетку. Можете обратиться, написать в WhatsApp или позвонить по номеру телефона 8-928-231-6107 и сказать,
Мы хотим клетку для канарейки под ключ. Под ключ — это значит, вот вам будет и купалка, и поилка, и кормушка, и жердочки. Качели для канареек не надо. Это не про канареек. Все, я выслушаю ваши пожелания, посоветую вам, может, что-то посоветую, что-то порекомендую, и мы с вами сделаем правильный выбор. Я изготовлю клетку по вашему желанию. И все, клетка поедет к вам упакованная качественно, поедет аккуратно, доедет целенькая, все это уже проверено, отправляем неоднократно. Так что, друзья, обращайтесь, заказывайте хорошие клетки для своих питомцев. И клетки очень гармонируют с интерьером. Перед, допустим, вот эти клетки светлые. Можно сделать под орех, такие будут зеленоватые. Можно сделать эффект старения, можно сделать эффект иней. То есть они будут такие белесые. В общем, все это обговаривается. Любой дизайн, любой каприз. Пожалуйста, пишите, звоните. Буду ждать вашего звонка. До скорой встречи. Всего вам хорошего. До свидания.